Чтобы увидеть кубики на своем животе, нужно организовать сушку. Инструменты. Режим питания, режим тренировок плюс грамотность, диетические добавки. Сейчас мы видим процентное соотношение жира в теле, как это может выглядеть. Пресс начинает быть виден при процентном соотношении жира 15-17%, 10-12%. Кстати, это соотношение разное для мужчин, для женщин. В целом жир убирается сверху, снизу, к центру. То есть речь про ту самую жировую прослойку вокруг пупка. При этом важно сохранить мышечную массу всего тела. В режиме питания одного дефицита калорий мало. Нужен баланс белков, жиров, углеводов. Выведение лишней жидкости из организма. Ставь лайк, если было интересно.